107 тысяч сазанят пополнили рыбье царство Волги. Мероприятия по искусственному воспроизводству водоема регулярно проводят коммунальные сети города Новочебоксарска. В результате забора воды их незначительная часть рыб попадает в водозаборное сооружение, несмотря на то, что на водозаборе установлено рыбозащитное устройство. Каким количеством рыбок надо пополнить ресурсы реки, по специальной методике определяет Нижегородский институт рыболовного хозяйства. В прохладной воде сазанята чувствуют себя очень комфортно и со временем могут даже вырасти до метра. В ближайшие выходные предприятие планирует выпустить еще и мальков стерлядей на сумму около 300 тысяч рублей. Мария Шоклева, Бахтияр Велиев, Республика.